Рок-музикант, який став ідолом. Он простой, смертный человек, принял на себя вот эту тяжелую ношу говорить. Простые слова, вот хотя бы о любви, о вечном, о добре, о зле. Его творчесть назавсёды застанется символом эпохи. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Виктор Цой у документальном фильме «Апошний герой». И драма «Иголка» у неделю вечером на Беларусь 3. Ну вот, на этой оптимистической спортивной ноте мы и закончим наш фильм.